испытание антенны Буран. БАС 5127. Ремозавод. Изготовитель данной антенны. Написано до 20 километров. В принципе, у нас антенна где-то вот там вот. То есть вот торец антенны направил на Останкино, вынес на улицу, потому что стены примерно вот такие вот толстенные, кирпичные. Удлинил питание. Ну вот, вот результат. Два аналоговых канала. Цифровые, как я понял, уже не найдет, уже 800 мегагерц вряд ли найдет. Ну, сейчас дождемся конца, посмотрим результат. Вот, то есть два аналоговых канала в результате получили. Вот. Автоматом включился первый канал, нет сигнала. Переключаем на второй. Тоже нет сигнала. Ну, сейчас покрутим антенну, попытаемся. Вот. Так, вот. Напротив, вон там вот дом, вот на торец дома направляешь, вот так вот, торец антенны на торец дома, вот что-то, что-то появляется. Так, сейчас зафиксируем любимой банкой. Вот, четко на торец дома. Вот что получилось. Аналоговый канал, второй. Диснеевский какой-то, пал ДК. Так, а первый канал. Ужас. Так. Так, пробуем этот покрутить. Так, вот первый получше стал. Так, второй включаем. Второй, ну вот так вот. Два канала. Пробуем еще раз перестроить. То есть мы зафиксировали положение антенны, в котором два канала аналоговых лучшего качества берется. И пробуем еще раз перенастроить. Так, процесс я, наверное, показывать не буду. Смысла нет так долго снимать. Так, ну давайте вот аналоговые прогоним. Только аналог. Цифры, как я понял, не поймает никогда. Пока крутит, скажу, что в телевизоре ДВБТ, ДВБТ-2, ДВБЦ, все встроенное. Подключал к кабельному телевидению, ну не кабельную, а у нас антенна. Ну, провайдер раздает по кабелю. Там все цифровые ловит на ура, там 120 каналов, из них там 88 нормальных и штук 40, наверное, 30 тестовых. Тестовые не очень, квадратики сыплются, а эти четко ловят. То есть на стационарную антенну. Но так как кухня у меня не имеет отверстий, через которые проложить антенну, вот купил
Это буран. Вот второй канал. Вот третий есть. Четвертый. Это аналоговый четвертый. Ну вот, 4 канала. Смотрим качество. Ну, первый, как и был, ужасно. Ну, страшный. Так, второй. К данным на больных, соответственно, ведет как будто свою игру. Ну, а дальше все просто. У этой больницы есть главврач. Зовут его Алексей Анатольевич. Канал Че. Третье. Мы закончили с документами. Дисней. И четвертое. ТТВ. Непонятно, что за канал. Ну, в общем, это не выход. Так, пробую перестроить. Цифру теперь, только цифру. Только цифру. Ну, не буду ждать, конец покажу. Ну вот это уже прогресс. 30 каналов цифровых, то есть 3 пакета поймала. Так, качество. Ну, цифровые все, 30 штук. Думаешь, ударил кто? Так, ну я вот так вот сейчас покажу. Так, каналы, управление каналами. Вот они. Вот они, каналы. Вот. Сейчас смотрим, сколько получилось. 30. 30 и радио. Так, Вести ФМ, Маяк, Радио России. Все. 3 радио, 30 цифровых, то есть 3 пакета цифровых и радио. Так, ну, к сожалению, сейчас попробую поставить в квартиру. Так, пробуем крутить. Так, цифровые. Да, тормозить чуть-чуть начинает. Так, хорошо. Ставлю назад. Поймала. Так, ну вот, смотрите. Вот антенна. Направление на Останкино. Вот, пальцем показываю. Вот туда вот. То есть, торцом направил на торец здания, стоящего напротив окон. Так, заношу в квартиру. Все. Занес в квартиру. Тишина. Напротив двери ставлю.
Тишина. Все, так, ставлю на место. Появилось. Так, убрал, все, пропало вот. То есть, все. Да, антенну, похоже, менять придется. Даже вот к стенке ставлю. Как ни кручу, ничего не появляется. Наверх ставлю, на холодильник пробую. Тишина и покой. Все. Нет, это все бестолку. То есть антенна работает, ловит, если ее поставить на улице. Но вот такую стену кирпичную не пробивает. Ну, смотрите, практически меньше, конечно, метра. Но много.